Быстрая схема кленового листа. Яма рекламует, и у меня все про скорость. Подписывайся. Рисуем 5 веточек, соединенных в одной точке. На каждой ветке, отступив от края, нарисуй перпендикулярную линию. Сделай из каждой треугольники. У центральной ветки нарисуй еще одну перпендикулярную линию. Сделай из нее елочку. Теперь соедини каждую ветку полукругом. Заполни кленовый лист цветом. Нарисуй хвостик, и все готово. Можно добавить поталь. Для более сильного эффекта еще можно добавить отпечаток губки. Не забудь просушить и перекрыть топом. Как тебе мой быстрый кленовый лист?